экзамене? Да. Ну давай. Давайте. Выбираем место для остановки. Для остановки? Да. Сейчас я выберу это место. Так, только я, знаете, что я забыла? Скажите мне, напомните, мне вот тут или там останавливаться? На остановке мы не будем останавливаться. Почему? Не хочу. А вы не хотите? Я не хочу, я же как на экзамене. Ты же как сказала? Ну так-то я могла бы остановиться, мало ли что вы не хотите. А там можно останавливаться? Ну можно. Как так можно? Ну не более чем для высадки. А то, что красный горит, ничего страшного, Кать? Все, типа не сдала? Ну конечно не сдала. Все, давайте заново. Все. Вы меня обманули. Я могу останавливаться на остановке, да? Я тебя не обманул. Нет, я знаю, что я могу остановиться на остановке. Для чего? Для высадки. Кого? Вас. Меня? Да. Отличная идея. Нет, просто скажите мне, я немножко забыла. Мне в начале останавливаться или в конце? Конец и начало. По твоим понятиям, где? Ну вот, когда, как автобус заезжает. По ходу движения ты въезжаешь в начало, останавливаешься в конце. Все. В конце там. За автобусом. За автобусом. Все. За каким только автобусом? Там автобуса не было. Нет, ну я просто... Кать, тебе скоро экзамен сдавать? Да блин, я визуально представить, где перед, где зад. А то так, блин, непонятно. В начале или в конце? Что, еще раз? Ну давай еще раз. Давайте. Так, а я могу уже ехать больше 40? Не знаю. А там знак был 40? Был. На протяжении 300 метров. Все, значит могу, да? А как ты определил 300 метров? Так мы 500 перекрестков уже проехали. 500 перекрестков? Блин, вы меня сбили. Я могла бы тебя сбил, остановиться. Да? А у меня есть 3 раза, где я могу остановиться. 3 раза? А так-то я могу вдоль дороги остановиться. Ну попробуй. О господи, серьезно? Серьезно. Прям вот тут? Я не знаю, ты же правила учила. Ты сейчас... Да я кручу руль, не переживай. Кать, стой! Куда ты крутишь? Посмотри, бордюр. Куда ты там крутишь? Влево крути руль. Еще немного подъезжай. Все, вот так, стоим. Ручник, парковка. Сначала ручник, а потом парковка? Сначала ручник, потом парковка. Без кнопки. Чуть я нажимаю. Так? Так. Молодец. А здесь можно останавливаться? Можно. Почему? А знаков нет. Ну, знаков нет, а ты людям мешаешь. А тут 2 полосы, не объедут. Объедут, да? Да. А где можно останавливаться? На обочине. А обочины же здесь нет. Значит, на краю... От какой 5 метров? Или от чего 3? 5 метров? Ну, 3, значит. Ладно, поехали. Скажите мне, видите, туплю. Что тебе сказать? Почему я тут остановилась? Я не знаю, почему ты захотела здесь и остановилась. Ну вот он у меня спросит. Ты же сейчас ответил. Ты в полосе движения стоишь, Катя. Левый поворотник и прямо начинай движение. Кого там пропускаешь? Так, ну, троллейбус. А это... Объясните мне, почему вот он не скажет, чем мы тут остановились, а я что скажу? Я не знаю, что ты скажешь. Ну я скажу, захотела, остановилась. Захотела, а он мне скажет, ну раз захотела, давай, пока. Ну, какие-то основания должны быть, ну, для вот, пока. Ну вот, я и говорю, ну нет, в смысле. Что в смысле? Ну, типа, ты не объяснила, почему ты тут встала. Ну, объясни. Ну, как объяснить? Ну, блин. Ну, ты же правила учишь, не я. Ну, я встала, никому не мешаю, объедут. Запрещающих знаков не было, не да? Было. Не было. 2 полосы движения, да? Да. Нас объезжают. Да. Сплошную не задеваю. Не задеваю. Где я остановилась? У обочины. У бандюри. Поехали. Зеленый горит. Ой, Катя. У края проезжей части. У края проезжей части. А где край проезжей части? Вот он. Молодец. Ты серьезно? Серьезно. Разрешенная максимальная скорость на данном участке дороги. 60? Поехали. 60.
же Яша. Ну а я откуда знаю? Вы раз 500 с ним ездили, а я даже ни одного. По-любому кто-то же так же. Я даже не буду. Вот. Когда вы начинаете глупости нести на экзамене. Какие, например? Ну, как ты сейчас. Так я и спрашиваю, как надо говорить. А как нужно говорить? Кто правила учил? Ну, господи, ну какая разница, по научному я сказала или по своему? Я же правильно сказала. Ну, я тебе задал вопрос, что на обочине можно останавливаться, а здесь обочины нет. Почему ты здесь остановилась? Потому что запрещающих знаков нет. А можно так останавливаться? Ну, если две полосы, то можно. Вот это я не понимаю, сарказм это или какой что? Сарказм? Мне бы, чтобы ты уже экзамен сдала и все. И мне бы тоже поскорее. Катя, ты сейчас в другом месте работаешь. В смысле, сама с собой сейчас? Нет, смс-ка. Ты что, обалдела, что ли? Телефон что? Сюда дай. Красный же. Телефон сюда дай, пожалуйста. Все, я его не трогаю. Телефон дай сюда, пожалуйста. Давайте еще разочек. Выбирай место для разворота. Для разворота? Да. А, для разворота, блин. Так. Вообще могла бы тут развернуться. Могла. Но побоялась, что не успею. Для того, чтобы развернуться. Надо перестроиться. Вот, давай займемся сначала по порядочку. Я знаю, потому что я побоялась. Поворотник включи. Тебя пропускают. Татырочки все. Так. Что у нас дальше по плану? Разворот, Кать. Так. Почему ты без поворотников остановилась? Так, что надо делать теперь? Куда? Вперед смотри, встречку пропускай. Так, могу разворачиваться? Крути руль, можешь. Выбирай место для разворота. А, еще раз, могу перестроиться? Зачем у меня все спрашиваешь? Ну, чтобы вдруг я случайно так сделаю. Если ты случайно что-то сделаешь не то, я тебе скажу. А каждый шаг я тебе буду твой сейчас говорить. А как ты на экзамене будешь? Вы скажете, Катя, ты что тупишь? На экзамене? Нет, сейчас я затуплю. Вот, Кать, ты сейчас тупишь, ты в бордюру едешь. Вперед протяни. Протяни. Я же тебе объяснял, как разворачиваться. Объяснял? Тебе каждый раз все нужно объяснять, да? На экзамене этого не смогу сделать. О, молодец. Разгоняй автомобиль. В левый ряд по возможности перестройся. Разрешенная максимальная скорость на данном участке дороги. Там был знак? Нет, я тебя спрашиваю. 60. Нет? Зачем вы этот вопрос задали? Чтобы ты ответила. Мы же уже спрашивали. Ну что? Ты же на другом участке дороги тебя спрашиваю. 60. Мне же нужно понимать и знать, что ты понимаешь и видишь.
быстро. Да, я аж испугалась. Не бойся. Можно было поспокойней. Инспектор на экзамен.